Здорово всем, ребят, сегодня у нас бой на ВК-7201К, он же тапка Лев, да? Поэтому, и карта у нас Эллада. Что-то у нас тут боец решил высмотреть соточки, посмотреть под соточку, посмотреть, что там да как есть. От негодяй какой. Ага, так у нас еще и взвод из тапка Левов, тапка Левов. Тапков. Короче, полноценная пара тапков, кроссовков. И погнали. Ну, разъезд, в принципе, обычный. Ребят, пока тут наши тапки разъезжаются или расходятся, поблагодарю всех за лайки, подписки, комментарии, за то, что присылаете свои бейки. Кто этого еще не сделал, это фатальная ошибка. Пару секундочек потратили, жмакнули лайк, подписку, прокомментировали и прислали свой реплей. Угу. Ну, соточка, говорит, рвану первым. Не, ну такие, вот такая красота идет. Три таких монстра бронированных. Можно навалять по полной программе. Вот так вот вкатить можно. А если бы втроем бы так вкатили и по соточке дали, у соточки бы ни хрена бы и не осталось там за душой-то. Вот правильно бы и сделать. Три таких танка. Ну можно ж, вернее даже нужно наваливать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вообще какая красота! Просто потерял из голову от такого. Вот тебе и дедушка, просто потерял голову. Мне кажется, зарядившись таким позитивом, да, с первых секунд оторвав голову ИСУ седьмому, ну, можно по-любому, вернее, нужно по-любому дальше бой этот выигрывать и разрывать вся и всех. 4000 урона, кстати, на минуточку, за минуточку 4000 урона. Ай, как же ж хорошо. Ох уж эти тапки. Вот это тапки. Тут, понятное дело, и боец правильно зарядился без спокойно фугасик, чтобы никаких там нелег... Ни хрена бабуля забралась, блин. Королева гор. Два фрага. Ай, вообще хорошо. Счет... Счет 3-4. Вот это нехорошо, когда бабуля так закатывает. 829. Тут боец сейчас правильно делает. Нужно, не то что там, ну надо, не надо. Нужно прям вот эту вот заразу, королеву гор, разнести ее к хренам. Потому что она потом вот так на мышу и будет закидывать. А у бойца хп ровно на один закидончик-то. Все, там понеслась, там уже крики, писки, все. Кто-то там и курица мужского пола. Угу. И что это у нас? Типа ТВП ни хрена себе, я сейчас заимбую своим барабаном. Можно вот так вот на косарь 5. Ровно на косарь 5. И в ангар на отдых. Притушили амбиции ТВПшечки. Просто 6200 урона. И ни хрена себе так ТВП, я уверен, подохренел. Я думаю, он прям четко так подохренел. Тогда, когда он думает, не, ну даже если он попадет мне на 500, 600, 700, 800, 900. Но зараза, он же не попадет ровно на все мои хп на косарь 5. Думаю, что-то даже запах почувствовал горелого. От ТВП. Подгорело у него знатненько. 7500 урона. Еще убейся. А вот так вот. Вот так. Вот так. Вот так. Красавчик. И все. 7500 урона. 5 фрагов. И тапка Лев. Это жутчайшая имба. Просто жесточайшая, жутчайшая и крутая имба. Что я еще могу сказать? Конечно же, Мастеросыч. Конечно же, Мастеросыч. Бой шикарный, ребятки. Все ставим лайки, кому понравилось, комментируем, присылаем свои реплеи для обзора. Ну и не забываем подписываться, кто не подписался. А кто подписался, красавчики. Всем спасибо. Пока.